У ефірі програма «Новини регіону». У студії Аліна Мілющенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Скоординувати оказання допомоги вимушеним переселенцям. Могилєв навідав представник управління Верховного комісара ООН по справах біженців. Як позбігнуть нещасних випадків на підприємстві? Відказ на це питання шукали під час городського дня охови праці. Сезонне обмеження ловлі риби відмінене. Могилєв навідав представник управління Верховного комісара ООН по справах біженців Жан Ів Бушарді навідав Могилєвську обласну організацію Червоного Крижа і зустрівся з вимушеними переселенцями, які знайшли пристанище у нашому регіоні. Головна мета візиту – скоординувати оказання допомоги вимушеним переселенцям. Подробиці у Тетяни Сергійчик. Ольга Аксенова с маленькой дочкой и мужем приехала в Могилев с Донецкой области. Тут находится у статусе додатковой обороны, кажа. Это позволяет звертаться бесплатно в больницу, отрымливать от Червоного Крыжа ваучер на харчевание. Организация допомагает с юридичной консультацией. У ребенка заканчивается проездной билет. Уже проездные билеты Украина отменила. И надо делать загранпаспорт. То есть точно хотелось бы проконсультироваться. Это часть нашей регулярной работы, которая направлена на то, чтобы встречаться в первую очередь с теми людьми, которым мы оказываем содействие, с нашими партнерами из числа государственных органов и неправительственных организаций. Встречи такие с людьми направлены на то, чтобы они имели возможность высказать те проблемы, вопросы, которые у них есть, возникают. Часть из них мы сразу можем на них дать ответы, на часть мы берем время для того, чтобы дать полноценную консультацию по тем или иным вопросам. У Могилевской области статус беженцев имеют 60 человек. Крыху больше оформили статус додатковой обороны. В целом, люди, с которыми мы работаем, это люди, которые нашли приют в нашей стране, спаслись в нашей стране от войны, которая проходит у них на родине. Таких людей на сегодняшний день, по оценкам, около 7 тысяч человек. Это граждане в основном Украины, которые не имеют статуса доп. Защиты и не ходатайствовали о статусе беженца. Это те, которые просто получили разрешение на временное пребывание в Беларуси. Но все равно это люди, которым мы помогаем. То есть они по формальному признаку относятся к уязвимому, потому что они из зоны военных действий. Товариство «Червоного Крыжа» – давний партнер управления Верховного комиссара ООН по справах беженцев. И подобные встречи позволяют скоординовать действия в плане оказания допомоги вымушенным переселенцам. Тетяна Сергійчик, Миколай Соболев, новини региона. 10 тяжких несчастных випадков и один со смертельным исходом отбылись у организациях Могилева с початку года. Аналогичная ситуация складывалась и за такий же летошний период. Тому задача для керавництва усіх субъектов господарения застается однозначной – постараться увогуле позбегнуть трагедии. Як отзначалося під час городського дня охови праці у Могильові, допоможе у гэтым у першу чергу ефективная профілактичная работа головных инженеров и специалистов по охове праці предприемства, организаций и установ. Треба отзначить, что по выниках огляду конкурсу на лепшую профилактику вытворчего травматизма за 2016 год первое место заняло предприемство Бабушкина Крынка, другое – Мажаліт, третье – Могильовское вагонное депо. До речи, у депо зараз працює каля 420 человек. За два опошние года удалось позбегнуть несчастных выпадков. По словам головного инженера Владимира Степаненки, окромя звычайных инструктажов, с работниками тут проводят целый шерох занятков и тренингов по охове працы. Их обучают оказанию первой доврачебной помощи. Или работников учат и работают с ними в части каких-то нестандартных ситуаций, которые могут произойти, и как в этой ситуации себя вести. Нет безопасных технологий. Там, где человек работает с какими-то опасностями, такая вероятно, всегда существует. Ее нужно просто минимизировать за счет того, чтобы людей обучить, обеспечить средствами защиты. Звернуться с питаниями до представников улады жыхары в области смогут по традиции у субботу 3 червеня. У Могилеве и Бобруйску, а так само во всех райвыконкамах Могилевшины пройдут прямые телефонные линии. Так, с 9 до 12 годин у Могилевским облвыконкаме прямую телефонную линию проведет керавник справами Рыгор Воронин. Коли у вас есть питания по контролю за выполнением документов и по работе со зворотами громадян и юридичных особ, телефонуйте. Номер у Могилеве 50 18 69. У Могилевским гарвыконкаме ваше телефонование будет принимать наместник старшини Сергей Шинкаренко. А в той же час у Бобруйску прямую телефонную линию проведет Инна Ануфриева, наместник старшини Бобруйского гарвыконкама по питаниях экономики.
Не только заниматься традиционной подрыхтовкой пилота, ускоками с парашютом, панорамными полетами. У новом 82-м по лику сезоне в Могилевском аэроклубе уже марать про 2019 год. И запрошают тут провести чемпионат света. До речи, после 4 месяцев сезонного простоя первыми поднялись у неба самые профессиональные пилоты. У небе тройка. Самый складанный вид полета. Треба вытримливать дистанцию, интервал, плюс выконывается пилотаж. Первые полеты сезона традиционно робят самые профессиональные пилоты. У командира авиационного звена Дмитрия Пащука и у самого больше за 2000 годин полетов. На рахунку тех, кто зараз на вышине 1,5 километра, 5-6 тысяч годин полетов. Летчик такого уровня достигает для того, чтобы смог выполнять такие виды полетов, десятки лет проходит. Это, наверное, наши, так сказать, деды, те, кто уже всю жизнь отдал авиации, ДСАФ. Один из пилотов тройки – Иван Касим. Он незменный керовник аэроклуба. Імкнецца привабливать до этого спорту молодь, рыхтуя удельников до спаборництвов. Старт нового сезона, каже, справа отказная. У идеальном стане повинны быть и люди, и техника. Это большая работа, она проводится планово в течение всего года, поэтому мы готовимся. И в ближайшее время ждем курсантов военной академии нашей, ждем, точнее не ждем, а готовим спортсменов, летчиков, парашютистов. Усе самолеты прошли самую досконалую проверку перед сезоном. Иван Касим отзначая, ни одной одинки техники Могилевский аэроклуб не сгубил советских часов. Такой колькости самолетов сегодня нема ни у одним клубе ни Беларуси, ни соседних России и Украины. Ан-2, який называют кукурузник, капитально отремонтовали. Хутка будет задейничаны для скоков с парашютами. Это уже великая машина, ей там такой ресурс дают и такие годы, что она может служить практически бесконечно. Нашему Ан-2, у него очень небольшой налет. Недавно, вот, буквально 2 недели назад, получили двигатель из ремонта, так что ему еще работать и работать. Панорамные полеты для могилевчан и гостей города так само будут у сезоне. Пилоты готовые показать прыгажость Могилева. Задумываются у аэроклубе уже нават про 2019 год. Есть пропанова провести на его базе чемпионат света на яках. Отповедную заяву зараз разглядая Международная федерация авиационного спорта. Олеся Рубалка, Александр Тарасов, новини региона. Сезонные обмежевания на способы ловли рыбы на территории Могилевской области отменены. С 31 мая для рыболовов-аматоров складываются самые сприяльные умовы для любимого занятку. Згодно с правилами ведения рыболовной господарки и рыболовства Беларуси, с 31 мая для рыбалки, до прикладу, можно корыстаться лодками, заходить у воду и ловить на несколько вудов. Дозволяется так само ловить на живца и выкорыстовывать донные снасти и иншие дозволенные прилады. Не будет порушением и рыбалка у темный час. Уступать у день обмежевание только на конт некоторых представников водной фауны. С 31 мая по 1 июля будет ограничение на лов сома. Лов сома на всей территории Республики Беларусь в этот период будет запрещен. Также, согласно постановлению Совета Министров номер 699, по 10 июня будет запрещен вылов рака узкопалого. Парад дитячих колясок пройдет 1 червня в Могилеве. Плануется, что уделу им примут амаль полсотни могилевских семьев. Зараз идут опошние упрыгожения этих транспортных сродков для их малышов. Початок мероприемства запланованы на 16 годин. Место сбору – пляцовка каля Ледового палацу. Дарыше, по опыту минулого года отзначать организаторы разностайность придуманных в образа уражвая. Коляски были и у выгляде облоков для анелов, и у выгляде боевых машин. Все лето организаторы параду колясок так само сподяются, что его удельники проявят фантазию. 1 червня у Климовичах распачнется 16-й международный фестиваль дитячей творчести «Золотая пчелка». На 4 дни Климовичи пераутворятся у столицу великого свята дятинства. Все лето фестиваль чекает больше за 700 удельников из 8 краин света. У першиню поудельничать у гэтым дитячем фесте плануют гости из Финляндии, так само приедут коллективы из Кыргызстана, Румынии, Сербии и традиционно Россия, Украина, Молдова и, конечно, белорусские выканавцы. С каждым годом, кажут организаторы, фестиваль поширает свою географию и набывает авторитет на международном уровне. Означается рост профессионализма вокалистов и танцоров, музыков и жюри. Прослуховывание сёлетнего фестиваля будут дожиться на протягу
усяго дня 2 і 3 червня. Так само гостей «Золотой пчелки» чекають кірмаши вистави, декоративно-прикладного мистецтва дітей і дорослих, концерти, традиційний конкурс малюнка на асфальті і дитячі дискотеки. Сьогодні увогулі «Золотая пчелка» планує поширить кількість фестивальних пляцовок. Організатори обіцяють шмат сюрпризов. Мы планируем яркое очень открытие детского фестиваля. Ну, один из секретов таких можно рассказать, что детки наши будут приезжать на главную площадку на различных видах транспорта. Транспорт предоставляют те жители, у которых есть эксклюзивные какие-то единицы мотоциклов, мобильных машинок и так далее. У яго планах наведаць 120 гарадоў рэспублікі і ў кожным з іх правесці дабрачынныя майстар-класы ў музычных школах, а таксама вакальна-інструментальнае шоу. Ігар Квашэвіч, спявак і кампазітар, лаўрэат спецыяльнага фонду прэзідэнта, падчас маштабнага праекту «Беларусь-тур» наведаў і Магілёўскую вобласць. Титулаваны акардыяніст прызнаецца, гэта не першы яго тур. Музыкант пастаянна штосьці плануе, арганізоўвае. Напрыклад, падчас тыдню акардыяніста Ігар правёў 13 майстар-класаў і канцэртаў у сярэднеспецыяльных музычных установах рэспублікі. Зараз вось «Беларусь-тур». Напрыклад, Шклоў стаў 75-м горадам у спісі Ігара Квашэвіча. На пачатку акардыяніст правёў дабрачынны канцэрт у шклоўскім інтэрнаце для невідушных. Очень интересно, музыка очень красивая, прям вот нотки эти в душе, так энергетика у человека очень веселая, очень хорошая, улыбается человек. Вот и сам человек, и аккордеон, конечно, очень красиво, и человек такой позитивный, хороший. В 2009 году рассказывал, выиграл конкурс большой очень, вот, очень много всяких титулов у него. У Ігара Квашэвіча шмат медалёў, дыпломаў і перамог. Аднак майстар лічыць, што гэта не падстава, каб спыніцца ў творчасці. Я пастаянна стремлюся делаць ўсё лучше і професіональнае. І считаю, што гэта як аванс в определённай степені. Безусловно, мы должны ставіць новыя цэлі, задачі і преодолевать іх. Гэтаму ён вучыць і сваіх выхаванцаў. Акардыяніст не шкадуе сілы і часу і шчыра дзеліцца на майстар-класах сваімі ведамі. Главная цель этого проекта от мала по велика обеспечить духовный рост наших белорусов, наших граждан, моих соотечественников. Это, я считаю, они этого заслужили. Вот. И как в области академической, так и в области эстрадной музыки у нас определенные созданы традиции, и они очень серьезные. И мне хотелось, чтобы мне своим творчеством эти традиции поддержать, приумножить. «Беларусь-тур» завершится у кастрычніку, тады у Минску пройдзе гала-концерт, где выпаде гонар выступить самым таленавитым юным музыкантам Беларуси. А пакуль наперадзе яшчэ амаль палова шляху с концертами и майстер-классами. Кристина Каранкевич, Алена Мелющенкова, Александр Тарасов. Новини региона. Свято паветраных шароў, вясёлых гульняў і забаў. У Магілёўскі садок нумар 4 запрасілі артыстаў вядомых гарадскіх творчых калектываў. Выйшлі на імправізаваную сцэну і выхаванцы садка. Так усе разам ладзілі свята да Міжнароднага дня абароны дзяцей. Паўсюль паветраныя шарыкі і дзіцячы смех. Арганізатары кажуць, што задумывалі ўсё так, каб дзеці адчулі. Яны – галоўныя героі гэтага свята. Хочется, чтобы данное мероприятие принесло море положительных эмоций, хорошего настроения и всего самого доброго нашим детям, воспитанникам, также родителям. У якости запрошенных гостей свята вядомые не только у Могилеве коллективы «Веселые нотки» и «Радуга», але и юным артистам этого садка так само есть чем гонориться. Яны активно принимают удел у разных фестивалях и довольно поспехово. Я выступал на «Фиолетовом зайце» 2 раза. Один на «Крутые пацаны», а на второй на день рождения. Еще я люблю своих родителей. На святе дзяцінства не обошлось и без модных, а теперь флешмобу. А после запустили у неба поветренных голубов, как символ миру. Напереди у деток и их батьков летний оздоровленший сезон, и его уже распланировали. Отдыхать, наслаждаться свежим воздухом, солнцем, хорошо питаться, есть фрукты. Дар'я Семянько, Александр Артем'єв, новини региона. На этом наш выпуск завершен. Я ожидаю вам только добрых новин. До встречи!